В моем сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам о проекте, который называется Sane Token. С первого взгляда он представляет собой классический RFI токен с налогом. Однако на самом деле основной целью проекта Sane Token является благотворительность, в которой может поучаствовать абсолютно каждый пользователь токенов Sane, при этом попутно еще и заработав самостоятельно на этом. Но для начала я предлагаю вам разобраться с токеномикой проекта Sane Token, так как именно грамотная токеномика, по моему мнению, является основой успешного DeFi проекта. Общая эмиссия токенов Sane составляет 1 квадриллион штук. Из них изначально было сожжено 40%, и остальная часть будет также регулярно выводиться из оборота. Сжигание будет проводиться путем взимания налога с каждой транзакции. Про механику налога я уже рассказывал на своем канале в других обзорах RFI токенов, поэтому лишь кратко напомню, что налог — это дополнительная комиссия, которая взимается с пользователя в токенах помимо платы за газ. В Sane Token размер налога составляет 10%. Из них часть, то есть 4% от общей суммы транзакции, автоматически распределяется между всеми держателями токенов Sane, включая и так называемую черную дыру, которая постоянно перетягивает на себя часть от распределяемых токенов. Далее идет еще 4% от налогов, которые автоматически блокируются в пуле ликвидности на бирже PancakeSwap. И оставшиеся 2% налога с каждой транзакции отправляются на специальный кошелек для пожертвований, из которого команда проекта Sane Token регулярно переводит средства различным благотворительным организациям. Целью команды Sane Token является помощь детям из бедных стран в улучшении их социального и экономического положения, а также избавление их от насильственного труда. И что самое крутое, несмотря на молодость проекта Sane Token, который пока что имеет только 3000 держателей и почти 2 миллиона долларов капитализации, команда уже осуществила первую благотворительную акцию, пожертвовав 25 тысяч долларов детской больнице имени Saint Jude. Но разумеется, несмотря на благотворительный посыл, токены Sane, как и другие RFI токены, вы можете использовать для пассивного заработка, просто храня их на балансе своего кошелька. Ведь таким образом вы будете получать за это регулярные награды от транзакций других пользователей. При этом у проекта Sane Token был честный запуск, и на данный момент, в ходе которого 40% начальной эмиссии было сожжено, а остальные 60% были заблокированы в пуле ликвидности на PancakeSwap. Никаких пресейлов у Sane Token, и команда не владеет большими объемами токенов Sane. Купить же токены Sane в данный момент вы можете на децентрализованной бирже PancakeSwap, потому что проект Sane Token работает на базе блокчейна Binance Smart Chain, а его токен Sane отчеканен по стандарту Web20. При этом купить токены на PancakeSwap можно будет в любой момент без проблем, потому что объем ликвидности у Sane Token уже сейчас довольно большой и превышает 200 тысяч долларов. Также в скором времени команда планирует добавить свой токен в такие агрегаторы, как CoinMarketCap и CoinGecko. Плюс в будущем у Sane Token могут появиться и другие проекты, в том числе система благотворительного голосования для сообщества и различные сторонние проекты, судьбу которых будет решать комьюнити проект. Также немаловажным плюсом проекта Sane Token является то, что их основатель является публичным лицом, и его страницу любой желающий может изучить на сайте LinkedIn. Помимо этого, хотелось бы отметить и безопасность смарт-контракта Sane Token, ведь он является форком более известного RFI токена SafeMoon, только с внесением определенных изменений, на которые при проверке контрактов SafeMoon обратила аудиторская компания Certiq. Если же вы хотите больше узнать о данном проекте, то в описании вы сможете найти ссылку на официальный сайт Sane Token. Только помните, что проект Sane Token относится к отрасли DeFi, а значит инвестирование сюда сопряжено с большими рисками. Поэтому будьте аккуратны перед совершением любых инвестиций и обязательно проводите собственное исследование проекта. На этом, друзья, у меня все. Вовремя фиксируйте свою прибыль, жирных мамиксов и до новых встреч!